И приветульки, красотульки, мои дорогие, с вами Леон, и рядышком со мной сидит Алена, и сегодня мы откроем с вами 21 целый контейнер, прям, знаете, вот совершеннолетие, как в Америке вот наступает, вот столько же контейнеров мы сегодня будем открывать в Overwatch, да. Лёва преодолел огромнейший соблазн, чтобы не открыть их раньше времени. Доигрался аж до 22-23 уровня, вот задрот. Да, играл аж двое суток, без остановки, безвылазно, именно поэтому не было контента. Но на самом деле это все из-за соседей, которые рубают свое авторадио, которое вот просто сквозь стены наяривает, я не могу даже спать, сволочи. Ну ладно, неважно. А, значит, открываем сегодня с вами вот эти замечательные контейнеры. А дашь мне открыть? Да, ради бога, надержи мышку, будешь открывать. Открывать ты. Зашибись, ты готов? Нет, не готов, ты понимаешь? Я их двое суток целых не открывал, просто вот у меня тряслось. Это знаешь, это как передо мной положить какую-нибудь вкусную шоколадку. Или жвачку, да. Не ешь, не жуй. И вот эти два дня я просто смотрел перед ней, вот прям перед монитором она лежала, и вот я понимал, что ее нельзя есть. Вот то же самое, что и с контейнерами. Их можно было открывать, но я этого не делал. И Алена открыла первый контейнер, ну не надо... Отстой! Выпал, да. Ну, это да, вообще в контейнерах выпадает чаще всего граффити. Граффити либо значки. Тебе нравится этот значок? Нет, дерьмо! Тогда не будем его брать. Ладно, следующий контейнер. Давай следующий сразу, давай. Да. Открываем следующий контейнер, так. Вот он вот такой вот. И слабый! Ну, для красавчика чего-то. Кстати, много фразочек выпало. Красавчик, ну-ка, красавчик. Это облик ржавчина. Да, давай поставим, он очень прикольный. Вот, что еще? Здравствуй, мир. Здравствуй, мир, тоже поставим. Инженеров всегда недооценивают. Окей. То есть, понимаете еще, ребятки, какой момент? Какой момент? Я вот эти все два дня играл и видел, как другие игроки открывали свои кейсы, им выпадали разные скины, реплики и так далее. А у меня за все это время ничего не выпадало, у меня все это было стандартное, все стандартные скины. Даже значок он. Даже видите, значок овервачевский до сих пор стандартный. Лягушонок это мой. А вот, кстати, да, лягушонок это Алина. Вот, значит, ладно, давайте, вот мой счастливый аркан. Надеюсь, мне что-нибудь выпадет, да, золотое. У меня есть легендарный. Скин. Да, ты-то открывала, я знаю. Ладно, давай, смотрим. Да, что-то как-то, короче, игра так себе. Поставь себе хрюшку. Хрюшку поставь. А чего там на макри? Тупо свинь. Все, поставил себе хрюшку хотя бы. Что там на макри фразочка? Даже лучшим из нас не избежать смерти. Нет. У него есть покрытие. Как вам, ребята, Overwatch вообще? Вы играли? Нет, игра очень клевая, нам очень нравится. Мы прям вообще такие довольные. Правда, зараза, стоит дорого. Поставим. Вот, пишите в комментариях, если вы играли, нравится ли вам игра, стоит ли снимать вообще ролики по ним. Вот, открываем еще один. Так. Две синенькие. О, монетки. Монетки, это хорошо. На монетки можем потом что-нибудь купить. О, граффити портала. Сколько валюты? Сразу ассоциация с портал. А, 50. 50 монеток дали, да. Это победа, поза. Победа, ништяк, победная поза. Вот, контента в игре, в принципе, сейчас и много, и мало. Короче, мы вот сейчас это все наоткрываем, потом захочется еще. Ага. Да, значит, 17 Далее. Осталось контейнеров, давай еще смотрим. Давай! Да что ж ты... О, ништяк на диву, прям какую я хотел. Реально, вот я мне вот нравилась. Ты прям ее хотел, да? Да, помню. Мне либо она нравилась, либо... сейчас я даже покажу. Мусорщица. Сейчас покажу, где... Не туда маленько. Так, дива. Вот я за диву, ребятки, очень много играю. Вот, представляете, как много, прям дофига. Вот, и мусорщица. Вот этот я хотел. И именно вот лимонный лайм, вы не представляете. Прям вот вообще хочу. А еще знаете, что хочу? Я хочу очень сильно... Сейчас покажу, что хочу. Лучший момент матча. Вот этот вот хочу. Вот, она прям такая... Секонда пафосная. Вот. Ладненько. Едем дальше. Едем 16 дальше. Контейнеров. 16 контейнеров. Давай. На самом деле, ребята, Overwatch нам проплатили, чтобы мы вот open case, эти все open контейнеры сделали. Вот, так что покупайте игру, там все дела. Не везет тебе сегодня. Так. Ой, у тебя есть розовый лиловый жилет. Да. Ой, это долбанная фраза. Как же она задолбала. Ладно, сразу открываем еще одну. Две синенькие. Да слушай, хоть одна фиолетовая выпадет. Слушай, мне кажется, надо немножко сконцентрировать нашу энергию и удачу. Давай, короче, типа, хорошо, посылаю комплект энергии на удачу, на открытие. Ты не будешь ставить победную фазу?
Натали. Ну вот надо вот оно мне. Глянь, какая пушка. Вот облика сразу поставлю, чего бы нет. Да, вот Дивы тоже поставить, что? Ну-ка прочь с моей лужайки. Щенки. Щенки. Щенки, да? Ну-ка прочь с моей лужайки. Щенки. Слушай, щенки. Окей. Так, концентрируем. Концентрируем, да, что? Давай, что-нибудь такое. Опа, да! Мы могем! О, легендарная. Слушай, на диву выпало. На диву легендар, круто. Слушай, еще монеточки выпали, короче, все как надо. Все как надо. Видите, ребят, как надо? Вам нужно. Вот урок, как нужно концентрировать удачу. Просто берете и концентрируете. Что, будешь ставить легендарку? А, облик Бива. Это Бива. Лисий любимый. Да? Лис ее хотел. Давай ему на злобу. Ладно, окей, поставим пока что. Я, правда, все равно потом лайм поставлю. Не знаю, мне просто нравится лайм. Ну-ка, что он говорит? О, ну нахрен! Ладно, давай открываем контейнер еще один сразу. Так, концентрируем, концентрируем! Фиолетовое! И чё? И чё, ладно, оранжевый. О, это моя аватарка, это моя из Open Beta аватарка, я с ней гоняла. О, прикольно. Поставь её. Поставь её, нет, сказала. Нет, нет, нет. Ну, мне хрюшка нравится. Да херня, это хрюшка. Трон из сосисок. Так, чё там? Ну-ка. Извините, мне пора лететь. Какая-то вообще несусветная такая вот. Вот фара. Вот это мне нравится. Красиво. Мне нравится. Конечно, плакат такой прям. Так, у нас еще осталось 12 контейнеров. Целых 12, господи, как много. Да, давай дальше. Все, давай. Концентрируй энергию на что-нибудь золотое. Давай. На ангела что-нибудь, давай. Деньги. Видал, как надо. Тебе 150, кстати, дали. О, можно будет что-нибудь открыть по своему желанию. Победная поза ангела. Шикарно. У меня круче победная поза. Ой, ну ты чё? Ливень, так, окей. Слушай, ну то, что баблышка упала, это хорошо. Хорошо, 150. Так, теперь надо просить. Что просить? Лучший момент матча. Лучший момент матча на ангела. На ангела хочу. Блин, я тоже хочу на ангела. Какой-нибудь, знаешь, типа в бою что-нибудь такое. А вот и нихера. А вот и нихера. О, это же свин. О, у меня есть. О, не свин, этот Макри. Да. Пряжка. Бэм. Мяу. У меня есть такой облик. Следующий. Нет, это мой. Да, прикольно. У меня вот такой вот облик на Дзиньяду. Да? Листья. Поставим его листья. Так, осталось, ребят, 10, мы половину уже разобрали. Давай, не томи. Давай, не томлю. Просто вот. Должен быть лучший момент матча среди них. Ну, должен быть лучший момент матча, лучший момент матча. Так, да, о, ништяк. Это дурацкая розовая трейси. Мне нравится, ставлю. Мне очень нравится. Понимаете, это вот реально у меня ничего до этого не было. Я вот сейчас вот ставлю все это, и мне так в кайф. Вот, о, это же Бастион. Прикольно. Это, знаешь, мне кажется, отсылка к фильму... Стальной гигант. Стальной гигант, да. О, офигенно. Прикольно. Ладно, дальше. Next. Так. Баблишка! Ты бабла, ты уже можешь купить себе. Да, я могу что-нибудь купить себе. Так. Не очень. Мне вообще не нравится костюм Луси, у него вот эти огромные ноги, фавна какого-то. Ляхи. Так, ладно, давай, открываем еще раз. Давай. Лучший момент матча, давай! Нет. Мне кажется, мы плохо концентрируемся, надо, знаешь, сейчас уже расслабились, вот первый раз хорошо было. Первый раз хорошо было. И у меня получилось с ангелом. Так, техномаг. Так. Короче, ребята, как надо открывать кейсы? Нужно сконцентрировать реально еще раз, вот как мы делали, еще раз сконцентрировать всю свою энергию удачи, сконцентрировать ее сюда. Визуализировать вот в голове у себя, вот представить. Прям мысль материально, вы можете выбить все, что хотите. Мы хотим сейчас лучший момент матча, и мы это выбьем. Давай, поехали! Давай! Золото пошло! Бэч! И это у нас... Провокация. Ты иди сюда! Кстати, эмоции тоже прикольная штука. Эмоции тоже классная вещь. Фиолетка выпала. И у тебя... Так, это у нас ангел. Фу, лечить трейсера! В жопу лечить трейсера! Я вообще помощь не нужна. Это сложно очень, лечить трейсера. Какая клевая игра! Так, победная поза, давай, тоже сюда, чего нет. Давай. Так, вот шестой контейнер, как правило, самый удачливый. У меня всегда вот цифра 6, у меня прям вот my lucky number. Давай, опа, открываем. Давай. Опа. Я-бери-бери-ю. Так, и что нам? Не очень победные позы выпали, но победные позы тоже неплохо. Так, это что? Это облик. Облик. Небо. Небо. Ну, неплохой облик. Попец синий. Попец синий.
Ну, у меня предзаказ версия. Так, в бою, понятно все. Окей, открываем еще один, давай. Ой, пятый, ну пошел, пошел, пошел. Золото. О, да блин. Денежки. Да сейчас что-нибудь купим на это поближе. Облик. Зеленый Рейнхард. Ну, Рейнхард зеленый, это, конечно. У меня вообще желтый. По-моему, тебе нужен личный тренер. Это как сегодня на матче, это Лусио. По-моему, тебе нужно подкачаться, да? Ага, Заря такая, Лусио говорит, иди подкачайся, блин, задохлик. Так, ну ладно. Дальше, давай, 4 осталось. Блин, я понимаешь, их двое суток безвылазно вот просто фармил. Ну, конечно, вылазно, но тем не менее. И сейчас я их всех открываю, вот вам, ребят, показать это. Ладно, поехали. Давай. Давайте. Фиолетка! Фиолет, отлично. Так, хорошо. Это день. Это, знаете, на самом деле лучше уж пусть денежка падает, мы сами откроем то, что хотим. Да. Так, ну, вот Луся прикольная граффити. Там Дива какая-нибудь. Дива тоже прикольная. У меня на Диву выпало там две жвачки такие с кроликом. О, прикольно. О, дня. Гармония. Так, значит, 3 контейнера осталось, и на 500 купим что-нибудь на 500? Конечно. Под конец, да, я купим. Я вообще хочу, чтобы сейчас тебе внезапно пятихатка выпала, и там на 1000 можно такие прелести. Чтобы я обкакился сразу от радости. Ну, Давай. Что ж такое-то? Слушай, здорово. Мыслитель. Победная поза, слушай, суперская. Окей, аж захотелось у Уинстона поиграть. Ну, старайся. Так. И это все. Не, слишком. Перебор. Откроем еще. Контейнера. Так, ну давай, последний, давай, предпоследний. Давай. Две синьки. Так. Облик. Ничего. Нравится. Ставлю. Это че Макри. Слушай, ничего, ставлю. Это не оптимист, ни хрена. Суисайд просто. Симметра была граффити хорошая уже до этого. Мне нравилась победная поза. Ну, давай поставим что ниже к земле. Так, ребят, остался последний контейнер. Открываем. Так, давай вот все, еще. Выдохнули. Еще, как нужно открывать контейнеры. Посылаем всю энергию удачи в экран, в экранидзе, в игру, в контейнер, чтобы там выпало что-нибудь вкусненькое. Ладно, ну давай. Мимо. Открываем. Ну, победка, что ты будешь делать? Ну, ладно. Ну, не всегда, конечно, прокатывает, ребята, это все сила визуализации. Первый раз она сработала, потом энергия немножко закончилась. Поутихла, закончилась. Вот так. Зато розовая Мэй. Турбосмену поставлю вот эту фигу. И розовая Мэй тоже неплохо. Видели, какой у нее робот сзади прикольный. Миленький. Вот. Термос с чаем. Значит, вот. Ба-ба! Так, у нас 5 сотен, и я думаю, именно на них-то мы сейчас и наберем то, что мы хотели. Во-первых, я хотел, знаете что? Вот прям вот по-любому я себе возьму вот это вот. Прям вообще пафос. Хотел, взял, выбрать. Все. Так, окей, это взял, и вот это. Значит, лучший момент матча. Я полежу тут. Вот. Да! Вот прям все, что хотел. Фига ты модный теперь, а? Да, теперь я модный. Капец, сколько всего новенького. Там надо еще это рассмотреть. Вот, ребятки, а на этом, пожалуй, все. У нас Мэй сразу такая в розовом. Теперь стал приодели. Сходили, пошопились. Вот. Так что спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь этим роликом с друзьями, чтобы они повеселились. Если вы веселились вообще, вам весело было, да, надеюсь? Да. Вот, и всем, ребятки, тортик. Всем пока-пока. И лайки не забывайте ставить, ну, пожалуйста.